перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я в прямом эфире. А, меня спрашивают постоянно, типа, где Ев? В эфирах эти клянусь, постоянно, я хуй знаю. Постоянно спрашивают. Кто спрашивает? Садись сюда, задал. Кто спрашивает? Смотря кто спрашивает. Крольков, блядь? Нет, 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 вообще какие-то левые, типа, спрашивают постоянно, где Ев. Какой Ев, блядь? Про тебя. Подписывайтесь на мой инстаграм, блядь, ставьте лайки. Не надо. Жмите на колокольчик, ссылка будет вот здесь. Всем, короче, Саламуля, пацанва. I said йоу! Йоу! Саламуля! Йоу! Короче, всем салют, всех поздравляю с выпускным, дорогие школьнички. Я пью ёбаный сидр, потому что я ёбаный пидор, потому что постригся, бля, понимаешь? Где тусишь? Да вот сидим с пацаном на районе, чисто на райончик присели. Пивас открыли. Чипсон открыли, пивас налили. Пивас налили, сигу закурили, татуху набили, сальтуху скрутили. Е-е-е-е. Короче, сидим с пацанвой, вот здесь вот сейчас пьем пивасик, и, короче, чисто... В курилке чисто. Да, чисто присели. Тебе дали деньги за участие в СВБ? А должны? Как встреча? Под конец, блядь. Ну чё, хорошо? Наверное, пиздато, мне все понравилось. Привет, хорошая стрижка. Ку! Тебе еще не надоело? Ну слушай, нет, на самом деле чисто, блядь, скучно на самом деле просто. Сижу, думаю, нехуй делать. Она говорит, скажи, я твой страх, давай ты. Бля, давай попозже. Давай попозже. Попозже, ну. Алкота, Захар пишет. Салют, Захар. Я твой страх. Нахуй ты подстригся? Ну, чтобы, блядь, это. Зима же, блядь. Лето же, нахуй. Натуре же, нахуй. Лето же, ебать. Удачи, Барла, спасибо. Покажи кроссы. Посмотри, на мне стиль, на мне пара новых кед. Я хочу, чтобы ты видел, как мы делаем батл рэп. Нига, what? С той стрижкой было лучше. Стелками, мне стелками, похуй. Стелками, стелками. Че? Короче, мы с стелками сидим. Мы туда с бабами сидим, вот нормально. Сиськи вам показывают, бля, в прямом эфире, нахуй. Натусик ее зовут. Да, Натусик, спасибо. Спасибо за минет. За меня спасибо. Ну как похмелье? Блядь, ну заебись, уже хорошо. Это я с ВК, который писал про Династа. Династ. А, помню, помню тебя. Про грим, блядь, Версус. Выебишь браги? Я выебу всех. Ну, почти. Мэд Марио. Блять, звучит интересно. Ты не заебался пить? Нет, не заебался. Как можно заебаться пить? Как блядь? Можно заебаться пить, натуре? На ваших глазах. Классная татушка. Респект. Да, у Ев классная татушка. Да, у меня классная. Ну чё, блять, пишите там, кто чем вообще занимается, чё делаете. Сегодня же последний звонок там, ну, вообще, как у вас тут? Всякие дела тут проходят интересные. Да, привет. Вот это человек постоянно спрашивает, где Лев. Вот, Лев, ты спрашивал? Обаньки. Это я из ВК, который писал, что я красавчик. Я не помню. Опять пьешь? Ну да, да. Печень еще жива? Нет. Чувак, выебишь сезон? Надеется на тебя? Да, надеется, я думаю, надеется. The Real Court O, салют, Серега. Он ваш страх, на самом деле, блядь, поэтому бойтесь. Поэтому, да, бухаем. Ну, правильно бухаете, типа, последний же звонок. В чем прикол про смешариков, объясни, ПЖ. Посмотри мою заявку на фрешблат, и ты все поймешь. Опять бухаешь, да-да-да. Валек, салют. Самара, Дед Дэвил, вся хуйня. Что думаешь об Оксимироне? Мирон, охуенный парень, респект. Те, кто с нами. Мой братишка. Короче, Ев привет пишет. Сука. Сука пишет Ев привет. Сука, тебе привет от Ева, блядь. У кого последний звонок, а кто задротит над зачетами? Ну, блядь, я не завидую. Точно не мы, блядь. Вот нахуй, видите, я учебу бросил, понимаете, как кайфую сейчас. Сейчас все охуенно, типа, бля. Как оно, бро? Бро, хорошо. Хорошо. Привет всем. Привет, Кирюха, когда будешь в Питере, можно сфоткаться? Конечно, можно, когда буду в Питере, блять, я, наверное, в инстаграмчик что-нибудь запилю, типа, я в Питере, и можно, конечно, я же не долбоёб ЧСВшный, конечно, можно сфоткаться, вы чё? Салам, молодой! Ну, салам, молодой.
у кого последний звонок, у кого ебучие экзамены на носу. Очень, как дела? Очень жаль, очень жаль. Ты в батлах будешь смешить или выдавать пансионат? Пансионат я буду нахуй выдавать. О. Ев, как дела, блядь? Ты кто вообще, блядь? Я да, не ты понимаю. Кто? Имя, фамилию скажи. Имя, фамилия, нахуй. Я понял то, что ты сука, как бы. Но... Да, 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 да. То, что ты сука. Сколько у вас... Сколько было подписоты до Версуса? Короче, 1500, по-моему, в Инстаграме было. Чем вообще по жизни занимаешься, помимо Фрешблада? На данный момент ничем. Блядь, бухаю. И ничего больше не делаю. Ну, работаю. Иногда работаю, типа. За хуйня. Да, я во Владосе, чувак, вот смотри. Деревни ебаные, блядь. Ев, как дела? Ты, блядь, привет, кто Кирилл, такой? Как жизнь твоя? Злой. Ковс. Чего? Короче, заебись моя жизнь, как видишь. У меня охуенная жизнь тоже. У Евы жизнь еще пизже, чем у меня. Здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте. Привет. Привет. Блин, на самом деле реально просто типа стало скучно и типа подумал я такой, а что бы не запустить эфир и не пообщаться с вами, если... Ну мы сидим, ждем кореша. Если и... один хуй там выебут, блядь. Да. Бля, 29-го первого экзамена, последний 7-й. Рот ебал, удачи на батлах, топим всей семьей. Респект твоей семье. И... Тексты пиши, хватит бухать. Ебано все. Ебано все. Ну, тексты готовятся, все охуенно, блядь. Тексты готовятся. Тексты пишутся под, блядь, бухло только, на самом деле. Да, тебя уже узнавали на улице? Да пару разочков. Будешь на БМ-фесте? Хотелось бы. Балдеете вы, ребята. А то, я же не учусь, нахуй. Тебе Летай писал насчет шиперов? Да, писал, типа, блядь, прикольно, вообще похуй. Насираем где только можно, и все охуенно. Иди пиши текст, это первый батл, а то проебал первый батл. Хуй я себе, блядь. Не знаю ничего. Кирилл, ты такая всратка. Свинья, ёб. Какие кроссы взял в Рибок? Привет, Кристина, салютик. Пожелайте удачи, у кого экзамены на носу. Удачи всем, у кого экзамены на носу. Привет, панч-машина. Да, ты решил сменить пол и стал мужчиной. Эй. Оу. Оу. Что у тебя на футболке? Мерч Bumblebee. Тут написано «Рэп — это мой спорт». Короче, на самом деле я его купил, блядь, до Фрешблада очень задолго. О, голубь! О, голубь! Когда учебку бросил, ну, когда, года полтора назад я съебался из 11 класса, и теперь у меня все охуенно. И такие дела. Смешарик, либо не сальто. Ну, я не хочу сейчас, у меня колено пиздец. Пересечемся в июне, подбухнем, былое вспомним. Ну, у кого былое, у кого не былое. Типа, да, может быть, пересечемся, пиши, зови, я, в принципе, не против. То есть были батлы уже? Я ничего не знаю, чувак, я же сказал. Не было такой хуйни, типа, как стыдно было брать много вещей в Рибаке. Нихуя, ты чё, блядь? Берут, блядь, берут, нахуй. Дают возможность... Пусть колено блядь быстрее восстанавливается, спасибо большое. Были... Пойду да, батлы. Ещё себе чё не отвечаешь? Ефу, сука, лет, сколько тебе лет? Мне 18, сука, лет. Ему, сука, 18 лет. Он 2000-го года рождения. Мне уже можно, на самом деле. Главное, что можно. Привет, пришел сказать, что у тебя самые крутые панчи. Пока. Респект. Четкая прическа. Моя прическа. 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 Джон, салют. Hello, brother. С hello, brother. Бразе. Разъеби всю батловую игру. Разъебу всю батловую игру. Самым из сильным из двух команд... Самые сильные у нас, типа, блядь, в смысле? Ешен хуй. Конечно. Типа, PM, Летай, Микси, всех Джон МакКоннен, Династ. И я. Он чё, младше тебя и Батшок? И Батшок. Зачем в белый красился? Да хуй его знает. Сегодня интересно, будет батл? Нихуя. Не знаю, Ев, побатлим? Сегодня. Не знаю. Если я нахуярюсь сегодня, то, конечно, у нас будет батл. Да, у нас будет батл. Как тебе СП? Пиздато. Не, ну типа... СП нормальный чувак, типа интересный, но слабенький. Я уже много раз об этом говорил. Семейное положение? Да. Некоторые Дум? Наверное. Как думаешь, некоторые Дум? Некоторые, да.
Ефу привет! Физрук пишет, кстати. Еф! Салют, салют, Никитос! Здорово, блядь. Как твои дела? Чем вообще по жизни занимаешься? Как работа, учеба с армейкой, чем собираешься? У меня же девушка появилась, походу. У тебя девушка появилась? Напиши, типа, мне интересно же. Какой твой любимый пивас? Он фотки выкладывает с девушкой. Мой любимый пивас весь. Ох, Сирил Микси нравится или он угорает? Ну, типа, блядь, если он взял его в команду, я думаю, вряд ли это было по угару. Правда, что в жизни Микси не такой, как на батле. Микси везде такой, как на батле. Микси охуенно, на самом деле. Да, вы не представляете, как он, блядь, посмотрит на вас, если увидит вживую. Он вас разъебет нахуй, блядь. Это будет, блядь, ужасно. Спайс купил? Конечно, конечно. Всегда с собой. Расскажи мне потом все. Не говори мне за рэп. Надо. Хули до Ефа доебались. Это кто, блядь? Не говори мне за рэп! Короче. Пичёска. Нахуяриться вам надо сегодня? Да, стрим вечером давайте. Окей, окей. О, не пьешь наконец-то? Ты угораешь. Камон. До чего все вопросы про батл? Скучно же. Ну, бля, не знаю. Кристин, спроси что-нибудь поинтереснее тогда. Из какого я города? Я из Владимира. Город Владимир, пацаны. Так. Пичёска. Да нихуя ни с чем. А девушка, да, есть одна фотка, скорее всего. А, типа девушка есть, фотка, скорее всего. Чё? Одна фотка, знает. Короче, похуй. Он только со мной фоткается, на самом деле. Лево, поделись девушка. С людьми своим прошлым, например. Бля, лучше не стоит. Какая ты охуеть, хитрая. Блядь. У меня столько скелетов в шкафу, что, блядь, вообще пиздец. Блядь. Не стоит, блядь. Только после верса. Только после верса я поделюсь своим прошлым. Чуваки, он не смотрит ваши вопросы, лалки. Я смотрю ваши вопросы, не слушайте этого человека. Ты бы лучше этого не читал, блядь. Чтобы ему обидно стало. Друг классный, пусть расскажет о себе. Бля, я могу сальтоху так уебать. Давай, давай. Итак, сейчас будет сальто. От Ефа. Сальто, Ефа. Еф, ты чёск. Давай. Бля, сейчас. Одну секунду. Давай, я снимаю. Сань, ты удачно пришел, короче. Опять нахуяришься, будешь просить деньги на сигу и водки. Ну, вообще, возможно. Мирон Тим охуенно. После вчерашнего голова болела очень сильно. Когда будут треки попозже. Оу, ебать. Ну ты даешь. Расскажи покурим, про то, когда ты еще был хорошим мальчиком. Он никогда не был хорошим мальчиком. Я и сейчас деле. С Кристиной хороший мальчик. Нихуя. Советую так нихуя. Громко не высказываться про других. Ну, а про кого я громко высказывался? Типа, я по факту просто говорю. Когда и батлы тёпочка. Скоро, я уже говорил. Уже неинтересно, вся эта хуйня. Я сделал сальто. Ладно. Давай покурим, блядь. Сань, у тебя нет пауэрбанка? Да, давай покурим. Что? Сань, нет пауэрбанка? Набрали за вчера на пивасик? Да, набрали. Пускай сальто вместе с бутылкой ебанет. Да, нет. Потом... Бля, я уже допил пивас на самом деле. Да, поэтому не сегодня, не сейчас. Ну, никогда. По крайней мере... Мощный! Блядь. Попозже немного. Попозже он сделает. Попозже? Попозже. Дай, блядь, зажигалку. Чувак, который только пришел. А, тебе Сань привет передают. Чувак, который только пришел, здорово. Респект за сальто, брачо. Люблю смешариков. Всем спасибо. Я тоже люблю смешариков. Сейчас по хуйне 36. 37. Но это выложат по-любому на типичный третий сейчас хуйня. У тебя в Твиттере уже столько фанаточек. Да я слышал. Ты сейчас в Владосе, да, я в Владосе. У тебя сейчас. Трек есть? Треки нет. Блять. Не, у нас есть зачитай трек, блять, но мы его удалили, нахуй. Зачитай. У нас был фит, блять, один пиздатый, короче, нахуй. Зачитай что-нибудь. Твоя прическа, бичёска. Ты чёска. Саня, здорово. Я хуй знаю. Пишу тебе. Гнойного можем зачитать, но это не лучшая идея, блять. Дай мне забыл. Я бухнул с тобой, ты мне нравишься. Ты мне тоже нравишься. Я бы тоже с тобой бухнул. Кто бы ты ни был. Порнуха 14. Нет пауэрбанка, а есть пауэрдроп. Вау. Оу. Ты есть твиттер? Нет, нету. Я так понимаю, ты со спортом не дружишь. Когда-то давно, полгода назад. Давно. Полгода назад дружил, сейчас нет. Уже не дружу. Нахуй спорт. Если есть бухло. Ну, типа, спорт и бухло, если так. Блядь, сука, ты молодец, блядь, прости, нахуй, пожалуйста, пиздец. Е, блядь, ради бога. Он ЗОЖ, нахуй, не видно, что ли? Да, действительно.
Привет, 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 привет. Всем привет. Ты зажжёшь нахуй? Бля, по мне не видно. Вполне не видно. Набил 17.03, я 14.88. Оу, щит, мадафака. Кингса нахуй. Джон МакКоннон. Смотри, тут твои строчки цитируют. Бля, если он зайдет, будет охуенно. Ну, да он не сидит особо в Инстаграме, типа, блядь. У него было... Летай, например, блядь. Ну, Летай тоже особо вроде не сидит. Короче, у Джона было 200... Летай сидит, блядь, в Инстаграме. У Джона было 200 подписчиков, пока его Окси не отметил. Привет, ебай гэнгста. Кингста. Гэнгста нахуй. Нет Твиттер, но знаю, что там пишут. Ну, мне просто кидают, типа, чуваки всякие, что про меня пишут в Твиттере. Прикольно. ЗОЖ в голове. Да. Только у меня легко на душе, ЗОЖ в голове. А. Кстати, удобно, между ними на плей. Смешарик Можно? Forever. Можно? Я расскажу тебе, как долго пил, налей водку, спирт, коктейль. А, чувак, не лезь в Твиттер, там шиперы забьют. Я знаю. Часто бываю под лицом. Я тоже. Под яйцом ты бываешь часто, блядь. Да. Под моим. Я тебя унизил. Порви всех, Смешарик. Спасибо. Спасибо. Я всех порву. На самом деле я Смешарик. На самом деле Смешарик это он, а я всего лишь я. Где? Где? Где, Ев? Не знаю. Может, сломался поезд? Да. Какой Мирон в жизни? Такой охуенный. Же, как и на видео, охуенный парень, абсолютно обычный. Подвязал Мирона. Где у Джона было 200 подписчиков? Ну, типа, в Инстаграме, насколько я помню, пока Мирон его не отметил, у него было 200 подписчиков. Пацанва, я отключаюсь, у меня сел телефон. Поэтому я со всеми прощаюсь. Если нахуярюсь, сопли запущу потом еще трансу. Спасибо, что обеспечили мне более-менее с нами, блядь, нескучное времяпровождение, потому что я реально что-то заскучал. Да, все, блядь. На связи, ёпта. На связи, ебать.